И в продолжение спортивной темы. В загородных оздоровительных лагерях продолжается третья смена. Программа пребывания в них включает в себя культурные и спортивные мероприятия. Накануне в лагерях прошла встреча школьников с президентом джип-клуба «Лебедушка» Евгением Павловым, который принимал участие в международном ралли «Шелковый путь» и занял второе место в дисциплине ралли-рейда Т1 свыше 1000 километров. В клубе оздоровительного лагеря «Спутник» собрался весь коллектив. Еще совсем недавно известный тверской гонщик Евгений Павлов промчал за рулем сотни километров, стал серебряным призером престижнейших международных соревнований. И вот теперь приехал в гости к школьникам. Это достаточно такие масштабные соревнования, которые ценятся по всему миру. И ну, это очень серьезное достижение для нас, для Твери и для Тверской области всей. Поэтому, Женя, поприветствуем тебя. Ура! Евгений Павлов показывает ребятам заслуженную награду. Это «Белый тигр». Чтобы получить заветный трофей, президент джип-клуба «Лебедушка» преодолел 4500 километров по бездорожью на «Газели Next». Гонщик рассказал ребятам и об участии в других соревнованиях. Даже проверяется не техника. Проверяются люди, насколько они могут себя вот выдержать в таких условиях. Потому что у нас, допустим, в Китае было плюс 60. Один раз в жизни был в таком состоянии, когда я вроде в сознании, а ничего сделать не могу. Просто теряешься, как бы, да, то есть от такой температуры человек перестает даже вот что-то вообще вот делать. В завершении встречи Евгений Павлов пригласил ребят посетить гонку титанов. Эти соревнования пройдут в парке приключений Павлова 13 августа.